Доброго всем вечера. У кого-то уже ночь, у кого-то еще вечер, но у нас вот уже такое, то есть засиделся я допоздна, засиделся с заточкой, и вот обещал сделать обзор бритв, значит делаем. То есть в принципе вы уже все видели в предыдущем видео, зерикот, ух ты, резко ловится, добавились насечки, потому что в прошлый раз я их забыл сделать. Внизу у всех вот такая классическая, вверху не у всех есть, а если есть, то не классическая. Затачивал с минимальным углом, с изолентой. Можно было сделать такой вот как бы набушок, как бы набушник, что ли, как его назвать правильно. И чтобы кромка была тоненькая, такая красивая, но угол уже был бы... То есть, намного больше. Тут практически... По плоскости заточенной бритвы. Там каких-то там градус, там, наверное, 2 даже градуса не будет. То есть практически по плоскости заточены. Они так намного резвее бреют. Хотя кромка выглядит, вот сами видите, как-то вот широковато. Тоже зерикот. Хоп. То протереть маленько надо будет. Вот, видите, какая кромка? Это где-то градуса 2, потому что эту бритвку я затачивал с 2 слоями изоленты. Посмотреть, что выйдет. Ну, неплохо вышло. Тоже рядом, прямо еще чуть-чуть, сейчас вот еще один слой какой-то убрал бы, и получилось бы у меня практически по плоскости. Это 100% клины. Акриловая ручка. А, без фонарика, думаю, как долго ловит. Вот сверху тоже насечка появилась. Снизу классика. Вот видите? Тут, не знаю, градус, что ли, один, наверное, при заточке. Конечно, лучше бы сделать набушник такой, миллиметров там по 3 с каждой стороны. И она была бы тоненькая полосочка такая, но... Я знаю, что так бритва намного резвее бреет, поэтому я выбрал этот путь, так как хочется, чтобы они более резво брели. А там уже как хотите дальше сами. Это с ручкой из рога натурального. Насечка сверху. Снизу классика. Тоже практически по плоскости заточены. Срезался, так интересно. Даже не почувствовал. Слой кожи снял, прям как стружку. Акриловая ручка и клин уже 75%. Тоже делал с минимальным таким же углом. Как говорится, решил, пускай будет шире выглядеть острие вот этой заточки. Но пускай так, но зато агрессивность будет, конечно, по полной программе. Насечка только внизу. Зерикот, 75% клин. Подустал тут крепко, уже говорить даже тяжело. Умотался. Ну что ж, хоп-хоп. Вот чудо. Так. 75% клин, зерикот. Заточку тоже на широкую вывел. Тоже с одним слоем изоленты, чтобы, опять повторюсь, для резвости такой вот во время бритья. Тоже добавились насечки. Чуток снизу стандарта. Тоже с одним слоем. Все. На будущее ничего не скажу. Сам не знаю, как буду дальше жить, что делать.
принципе, все. На сайте стараюсь сегодня что-то хоть сделать, чтобы развесить, но не факт. Но завтра уже стопудово они будут на сайте прям стопудово. Вот. Ну и все. Мне больше нечего сказать, вот реально. На этом считаю обзор законченным. Пускай он какой такой шустрый, пускай такой неподробный. Кому интересны подробности, смотрите предыдущие там видео, два вот перед этим, которые в Ютубе. Потому что предыдущее видео только в Ютубе вывешивалось и ВКонтакте. Больше нигде. Все, встречайте на сайте. На этом до свидания.